Так, вот, друзья, 5-литровое ведро у меня масляты. Я их почистила. Теперь я их буду мыть. Так, друзья, вот тут 5-литровое ведро маслят. Видите, они крупные. Всем нам хочется маленькие маслята. Ну, нету уже. Все, переросли они. Вот. Поэтому, чтобы они были маленькие, вот я их делю вот так вот. На 4 части. Вот. Даже вот этот вот на 4 части. Так, даже вот такие вот. Вот чуть покрупнее можно поделить. Так. Вот так, на куски. Так, сейчас я вам покажу. Вот, друзья, вот посмотрите, вам хорошо видно. Это вот такие же маслята у меня были. Вот, крупные. Я их поделила. Шляпки все сняла. Вот, нету шляпок. Вот, светлые. Вот такие маслята у нас получатся. Вот даже с таких огромных, можно сказать. Все они чистые. Вот. Этот рецепт наша мама делала. Давно еще. Так, вот так делим. Тут сейчас заодно моются. Буду, друзья, если вот у вас вот губки вот некоторые, вот желтые, вам не нравятся, можно снять. Если желтые губки не очень вам по душе, то их можно снять. Вот, я убираю. Все. Я буду варить. Два раза буду варить, на третий уже маринаде. Потому что грибы вот губчатые, вот некоторые грибы вот такие вот, чтобы уже что не нужно нам, все, чтобы ушло. Я не буду варить по часу. Там в первой воде минут 20, в второй воде минут 15-20 даже. А грибы я сегодня собирала, друзья. У нас мороз был. Видите, вот аж вот, вот тут вот лед. Я даже вот так резала, резать не могла утром. Утром же собирала. Вот. Они были обледеневшие. Ну, ничего страшного. Это. Вот чистенькие будут. Вот видите, вот некрасивая губка. Ну, раз я уж нагнулась, собрала ее, надо ее пустить дело. Все, вот это я убрала. Выкину. Все, вот самое вкусное, вкусное место. Так. Все, друзья, отправляю вариться. У меня кастрюля большая, там уже вот закинула 5-литровые. Это вот второе ведро. Все хорошие. Вот, друзья, еще не закипел. Грибы водяные же. Сейчас чуть-чуть разварятся внизу. Воду даст нормально, вот тут, ну, чуть-чуть этот закипит, и буду мешать. Так, вот, друзья, это у меня вот первая вода. Сейчас буду выливать, промывать грибочки. Так, тут у меня грибы, тут у меня 10 литров грибов живых. Тут уже я сварила в первой воде, вот на вторую, второй раз варить. На 1 литр воды я кладу сахар-песок, 1 столовую ложку. И 2 столовые ложки соли. Пробуем на вкус, друзья. Так, перец черный горошком. Так, где у меня? Так, лаврушку. Так, друзья, вот растительное масло. Где-то вот, вот столько. Где-то 70-80 граммов. И буду варить уже минут так 15. Размешала грибы равномерно и накладываю, кроме лаврового листа. Я лавровый лист не кладу в банки. Все. Грибы получаются нежные, уже заправленные, с маслом. Очень вкусные. И все банки наполняю, друзья. Какой этот бульон получается? Рассол, что ли? Маринад, точнее, да. Вот видите, какой. Вот, вот. Очень будет вкусный. Уксус. По столовой ложке на литровой банке. Друзья, сегодня я мариновала маслята с добавлением растительного масла. Маслята губчатые, поэтому хорошо впитывает масло в себя, забирает. И очень получается нежными, вкусными. В тот же момент, этот, хрустящими. Вот. Друзья, если вам видео было полезно, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Пока-пока.